Ну а выставка сенатора Зинурова «Манчары. Путь в легенду» открылась накануне в Национальном художественном музее в Якутске. С сегодняшнего дня ее могут посетить все желающие. На выставке представлено около 20 станковых скульптурных портретов национальных героев разных стран, выполненных из шамота и полимерной глины. Автор раскрывает образы эпохальных личностей, исторических лиц, народных героев, каждый из которых сыграл огромную роль в становлении своего государства. Хотел бы отметить, что все эти люди, вот, которые там изображены, их лица, изображения до нас не дошли, так же, как Василий Манчары. Ну и словесное описание. Но это Манчары мой. Я его сделал, каким я его сам вижу. Но пришлось для этого изучить его биографию подробнейшим образом, этнографию Якутии, историю Якутии, значит, элементы одежды, быта. Постарался его характер передать. Ну вот, судить зрителям.